Да нет, летит. Питер, вы там высадку делаете? Да, там на нас пехотинцы, блин, смотрят. Мы не можем подлететь, там вообще жопа кровь. Где, на антенне? Ну, рядом с ней, я берег не поставил. А, слышу, по вам стреляют. Да? Сейчас отдохну, не могу дальше уже идти, у меня слишком много магазинов. Там в камнях, кстати, на этом, на мысе, на горе, вот на конце кто-то лежит. Я метку поставлю, блин, там где-то. Он бегает там, блин, там. Вижу тебя, спецов. Котов с нами? Да, я на горе, наверху. Ага, у тебя бинокль есть какой-нибудь? Да. Слушай, можешь посмотреть, вот, видишь? Там на камнях, да, лежит. Да-да, на 20. Там на вертолет, наверное, смотрит. Вижу на горе одного, и там дочка стоит, на меня смотрит. Далеко. Вертолет свой? Че? А, ну вертолет свой, ну ладно, не захватили. В смысле? Я вертолет не собираюсь кинуть. Ну ладно. Там здесь аккуратнее, может пехота быть уже. А там на горизонте далеко сидит пехотинец. Да, вижу. Сейчас я выползу, поставлю на сошки, попробую его зашить. И стреляют сюда. О, хорошо, здесь стреляют. Попробуем угадывать. Же люди лежат, а я ничего сделать не могу. Он ушел, по-моему. Снайпер in the world просто. Да, тут, не, да, тут как бы ничего не видно. Расстань, не пойду, примерительно ставлю. Да, я тебе давлю. Я так, просто давлю. Пока нет. Я тоже его потерял. Ой, жмых этот выбьем. Да он внизу, скорее всего, катает шика. Ну да, скорее всего, где-то на востоке. Паша, ты его убил. Урина. А нахрена вы хотите смотреть? Не знаю, прям на мои глаза. Да я видео поменял. Ты думаешь, Хатат, можешь перебежку сделать? Я на этих на горе уже давно метку тыкал. Перебежать, что ли, попробовать поближе? Там их трое на горе. Он не шевелится? Красного
трое даже. Один налево убежал. Их там трое. А два пока спустили. Добрый. Да, я видел, я что вообще. Он налево убежал. Так он меня увидел и лег. После будок четыре человека. Давай я хотя бы попробую перебежать или нет. Понял, зверь, ты вижу тебя. Там впереди. Они, получается, с обратного ската. Вот где-то наверху убил, дальше чуть вперед, получается, того ската в меня стреляли. Принял. Вертолет можешь посмотреть? А где именно? Западную часть антенны. Западную часть вижу. Одного пеха только на базе. На горе вижу двух. Один спускается к базе. В смысле туда в долину? Ну в этот на радиовышку. Понял, понял. Возвращается, короче, на базу. Я отступаю, потому что скорее всего они сейчас подкатят это. Дощекан, да. Ну короче, с той горы отступил только один. Как быстро на горах стоит. Один где-то вот, где метка зверя, за вот этим склоном есть противник. Да, один лежит на где-то. Я его вижу отсюда. А, к нему второй, по-моему, подходит, если не. Да, их двое теперь. Паша, ты идешь? Да-да-да, я с правой стороны у вас. Можешь? То есть у нас получается один по центру и двое слева-справа. Настрою должно. Ну вижу одного только, кто-то поднимает. Два, три. А, все, вижу. Короче, вы должны видеть одного. Где-то очень близко один. Очень близко. Прям на этой пригорке. Был бы у меня второй человек на вертолете, я мог бы пометить кого-то. Подбери спитера. Не, я чё? Да, ты ничего. Ты спит. Я бегу. К вам, поскольку, блин, что-то я тут вижу. Два пацана, три пацана. Это его один скажет, паровозик. Ниже на... Вы же паровозик, да? Есть да. Из Ромашкина или откуда потом? Вижу тебя. Ага. У вас там все по левой части два пацана. Да все пацаны вообще по левой части горы, если что, по секрету. Они на меня бились, просто я. Может, гранатом бы кинуть? Осторожно, они на вершине двое. Один, по-моему, мертвый, но могу ошибаться. Давайте гранатами закидаем. Да подожди, ты сейчас чекнули. Один на вершине пока что бегает, просто на вершине. Подбегает к трупу. Но к трупу? Он слева бегает вас, по-моему. Но он налево ушел, я видел только. Вы сейчас его должны видеть. А, нет. Ну, короче, отступ. Он направо перебил. Спрятался. Какой за антенной? Нет, он прям близко. Да я вижу далеко за антеннами. Давлю. Нет. Чуть дальше. Гранаты свои должны быть. Вот прям в лесу рвануло. Не знаю, не вижу. О, нет. У нас потеря. Или это враг? А, нет, это свой. А теперь Хаттаб бежит. Черт. Я один остался. Вижу, он близко. Паша должен почти его видеть. Б.
Блин. Перезаряжайся. Так, Паш, там нормально? Не, гранаты накрыл. Угу. Рядом врага нету. В зоне стоит до щека, увидите. Прям бункеров. Понял, я сильно залит сейчас, сразу перевязываюсь. Я, скорее всего, сейчас рядом с тобой сяду и тоже пойду. Спитер? Да, хватит. Спитер, может тебя поближе подвести? Да я вообще уже прям сейчас покажу тебе. Понял. Там, короче, кто-то с другой части этот поднимал сейчас. Я сейчас, скорее всего, сзади буду их обходить, пытаться. С другой стороны. Паша, там на горе или где? Я на горе. На метке зверя я. Красный? Или синий? Синий. Окей. Двигаюсь дальше. Давай, дальше. Врага, по сути, не должно быть, только в зоне. Ну, я осторожно. Да. В бункерах. В бункере сидит один. В бункере. Который ближе к антенну. Жив-жив, да, у меня по мне. Бункер дойдет по тесту, да, или... Да. Блин, меня трясет сильно, если я сейчас похожу, конечно, куда-нибудь. Меня ДШК напрягает. И парень, который в камнях сидел вдалеке. Да, я. Спитер, давай я, короче, сейчас на себя отвлеку, а ты высунься. Сколько метров? 300 я поставил, хватит? Не знаю. 200 даже поставлю. Как готов, скажи. Парни, я высадился. Я готов, в принципе. Не, уже не трясет. Готов? Уложил? Уложил? Отходи. Попал. Отходи. Ага. Я ему все стрелял. Ну, у него броня, наверное, спасла. РПГ? Кто-то на вышке. Я ушел. Сидит, точнее, на второй. На вышке, прям наверху? Да, 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 вижу. Перелет. Жив. Он валяет, все, он как бы сидит, но у него ноги сложены. На вышке. Ряд еще летит. Еще летит? А, нет. Блин, трясет меня сильно. Ты в бункер уложил или ранен? Я вперед по спидер пошел. Сейчас левочка залягу. Берет. Блин. Пашу убили. Да. Из бункер? Да. А че, у вас оптика, ясно. У нас у снайпера только. Ну как, этот. Гонзе ж под... Ой, Гонзе, респитер же сначала протерял где-то прицел. Опять боешься, понятно. Остался только один? Угу.
О, Алекс приземлился, бежит. А кто выглядывал там? Без пулемета, которого убили? Это я. Понятно. Гонза, тебе было очень интересно, кто стреляет? Ну да. Ну я тоже попробую стрелять у вас. А. Не прикалывает, как они Антона поставили, чтобы он всё так выглядывал. Ну. А ты знаешь, кто это поставил его? Понятно, триггеры сломаны, да? Или это ВМТ так сломан? Я как раз своего бота и поставил туда, что? Ну в прошлый раз тоже сама писала, в прошлом месяце. Угу. Непонятно.